Всем привет, ребята, с вами снова я, Олег, и сегодня мы играем во FNAF, настраиваемую ночь, только первый FNAF. Попробуем пройти в начале седьмую ночь, и все будут на одном уровне, на первом уровне интеллекта. Как вы думаете, смогу пройти? Я думаю, сложно будет как третья ночь где-то. Пам-парам-пам-пам. Ну-ка. Это, походу, уровень интеллекта, как в первую ночь. Ой. Ну, это слишком легко будет. Короче, включу, когда они выйдут уже. Короче, вот вышел Бонни. И больше никто. Так, куда ты прохнулся? О, вон он там стоит. Так, вот Бонни. Конечно, тут. Пум-пурум-пурум-пум-пурум. О, эндоскелет на меня смотрит. Вон еще дальняя голова Фредди, он там что-то. Вот на меня эндоскелет и маскобони смотрит. Так, что ты тут до сих пор-то? О, чика будто бы сдвинулась. Так, там... Дождем. Где вы? Чё вы на местах-то стоите? Заварю как кофейку. Так. Да блин, чё вы так долго-то тут? Так, о, Фоксяна, привет. Опа. Оп. Смотрите, когда аниматроник тут приходит, нажимаю на свечение фонариком, и там вот... Свет где видно на окошке, там что-то похожее, типа на Хаги-Ваги, Киси-Миси высвечивается. О, ушел. Бонни. Уже 3 часа.
Опа, что ты так быстро-то? Так, и что? Привет. Привет. Ой, Голден Фредди. Чика, ты-то чё не выходишь? Привет. Вы издеваетесь? О! Стоп, тут же Фредди может напасть. О, ну Фредди пока там. Бонни тут. Чика где? На кухне еще. Блин, я не пройду. Энергии осталось чуть-чуть. Фокси еще тут. Так, вон так. Вот Чика. Фредди, Бонни, Фокси. Не, я не выживу. Ну, не пройду. О, 5 часов. Хотя все-таки шансы есть. Все. Я проиграл. Чё, Фокси, ты не бежишь? Чика на кухне. Блин, все. Так, все. Тихо, тихо. Не надо, не надо. Давай, давай, давай. 6 часов, 6 часов. Давай, 6 часов, 6 часов. Шесть часов, давай. Блин. Да, ура! Победа, 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 победа. Ух. Опа, что это? Записка какая-то. Я не умею на английском читать. Типа я закончил работу охранником, да? Та-та-та-та-та. Ну, ладно. С вами был я, Олег. Всем пока.